Международный туристский форум «К истокам Руси» начал свою работу в Смоленске 21 мая. В программе форума – презентация нового туристического маршрута и работа круглых столов. Мероприятие было организовано при поддержке Ростуризма в рамках реализации федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы. Работа форума началась с пресс-конференции, на которой обсуждались перспективы развития туризма в регионе и основные задачи, поставленные перед участниками форума. Нам показалось достаточно интересным проведение именно в Смоленской области с учетом того опыта международного сотрудничества, а конкретно сотрудничества между Россией и Белоруссией, реализации тех проектов, которые существовали здесь и вот сейчас в дальнейшем получают развитие, провести именно здесь международный туристский форум к истокам Руси. После открытия форума начали работу сразу несколько круглых столов. Представители федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления и эксперты в сфере туризма обсудили вопросы развития внутреннего и въездного туризма и международного сотрудничества в данной сфере. Большое внимание было уделено взаимодействию регионов и формированию межрегиональных брендов, сотрудничеству в рамках союзного государства с Республикой Беларусь. В первый день работы форума состоялась презентация программы нового туристического маршрута «К истокам Руси». Маршрут пройдет по территории Смоленской, Псковской, Новгородской областей, а также Витебской области Республики Беларусь. Основная цель международного туристского форума «К истокам Руси» – это продвижение национального туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке и обсуждение тех проблем, которые существуют у нас в развитии внутреннего и въездного туризма, нахождение наиболее эффективных путей сотрудничества по развитию внутреннего и въездного туризма и, конечно, разработка и ознакомление как профессионального турбизнеса, так и представителей органов исполнительной власти с теми новыми маршрутами, которые сегодня разрабатываются. Представители правительства регионов участников маршрута «К истокам Руси» особо отметили его значимость для развития туризма в регионах и продвижения туристского потенциала Российской Федерации. Мы сверили сегодня наши действия и с руководителями Ростуризма, и еще с целым рядом сотрудников, представителей администрации из соседних регионов. У нас здесь сегодня была и Вологда, и Калуга. Поэтому это такой очень полезный день. Польза для нас, смолян, прежде всего в том, что мы сумели с помощью Федерального агентства по туризму привлечь внимание к нашим проблемам, к тому, что мы готовы сотрудничать со всеми сторонами, с тем, чтобы сделать Смоленщину из просто привлекательной, сделать ее посещаемой, желаемой для многих людей в различных уголках и России, и мира. –